В геральдике есть такое понятие, как говорящий элемент, и он обязательно должен быть. На гербе великие луки, хотя речь идет об излучине рек, нарисованы луки, которыми стреляли, но как говорящий элемент. Поэтому не рисовать бобра в бобровке геральдически прям вот совсем преступление. Даже если, например, там никогда бы не было ни одного бобра,